Я подготовила 3 сложных задания для Миши, а Миша подготовил столько же для меня. Ну давай, малышка, покажи, что ты там мне придумала, это самое. Братишка, не убейся, да стримы вести еще сегодня. Ребят, а мат есть подложить? Мат мы можем подложить любой, братан. Можешь поскромнее себя вести чуть-чуть? Надо, короче, вот так вот встать на колени, руки за спиной и упасть, не сломав лицо. Всем привет, друзья! Я знаю, что все вы сидите сейчас дома. Конечно, дома сидеть прикольно, но это, черт возьми, быстро надоедает. И чтобы хоть как-то бодриться, нужно делать что? Ну, конечно же, физкультуру! Упражнения. Я хочу вам сказать, что на нашем втором канале FitStars Online Fitness Club мы 3 в день, ежедневно, с понедельника по пятницу, с Иванной, с красоткой. Выходим в стримы, в прямые эфиры с тренировками для вас. Поэтому, если вы хотите подвигаться, переходите туда и смотрите расписание. Ну а сегодня у нас будет прикольная домашняя заруба. Мы предложим вам интересные упражнения, которые помогут вам разнообразить свою жизнь, просто приколоться, угореть и кайфануть. Я подготовила 3 сложных задания для Миши, а Миша подготовил столько же для меня. И мы посмотрим, кто с чем справится, а вы обязательно повторяйте, присылайте свои видео. Ну давай, малышка, покажи, что ты там мне придумала, это самое, давай. Короче, начнем с простого. Впереди колено 90 градусов, сзади ногу ставлю на коленку, беру себя за стопу. Моя задача без помощи рук вырасти наверх. Раз. И второе, сразу же в этой связке я беру себя правой рукой за левую ногу и стараюсь перепрыгнуть, не отпуская своей ноги. Погнали. Еще раз объяснить. Держу себя за ногу. Без помощи рук стараюсь встать. Кстати, обязательно попробуйте. Редко у кого это получается. Ну, да. Миша 100% получится, я прям уверена. И второе, правая рука, левая нога, можно наоборот. Перепрыгиваем, не отпускаешь. Майкл, разрывай. Я думал, она сейчас скажет. Встаем вот так вот, тут ногу берем, загибаем вот сюда, потом продеваем вот здесь и завязываем узел. Это второе, брат, задание. Ну что там, вот так, да, взяли. И что, без рук вывести наверх? Одной рукой, да. Не наклоняйся вперед. А, да? Да, вот. А что, так нельзя сделать? Нет, осечка, брат, осечка. Изи, изи, брат. Второе. Братишка, не убейся, да стримы вести еще сегодня. Ебать! Изи, что-то было изи, брат. Теперь моя ответочка пошла. Ложишься на ковер, перекатиком делаешь, и с одной ноги стоишь. Для этого смыков-то. Да не для этого, ради лайков, Ванечка, ради лайков снимай очков. А у тебя там еще более рэперская куртка. А я потом могу еще снять. Ребят, если будет еще лайков, она снимет. О, иди. Мишань, ну ты поблажку сделал, мне кажется, для первого раза. Ты как джентльмен, ты поступил. Так, следующее упражнение для Миши. Главное, самой не запороть. Пацаны, она разделась, походу, тысяча лайков была. Супер, да? Ну, вид был супер. Брат, ты оголишься? Зачем я буду портить кадр? Это упражнение лучше девчонки выполняют. Так красиво смотрится со стороны. Брат, не упади только, я тебя умоляю. Сейчас стримы, брат. А мат есть подложить? Мат мы можем подложить любой, братан. Я даже не понимаю, что мне надо сделать там. Давай еще раз показывай. Только просто смотри, ты переворачиваешь руку вместе с тазом и сразу представляешь ногу. И переворачиваешь. И обратно. Рука и ноги. Давай ты сосредоточься. Вспомни CrossFit Games, брат, как мы с тобой выступали. Ребят. Это было круто. Мне понравилось. Идем дальше. А тебе скажи честно, брат. Что?
Вань, можешь поскромнее себя вести чуть-чуть? Блин, ну третий будет еще сложнее. Я помню одну очень прикольную херню. Из 2008 года? Да. Наработка была. Хрен, я такое никогда не делал сам. Надо, короче, вот так вот встать на колени, руки за спиной и упасть, не сломав лицо о пол. Брат, у тебя же огромный нос, тебе нельзя такое делать. Попахивает переломом носа, ребята. Ставьте это видео на паузу, вызывайте врача, это Миша Прыгунова. Братан, почти получилось. Будешь еще раз работать? Нет. Нет, я просто на художественной гимнастике буду делать. А, ну. Баба конь. Пацаны, пишите в комментах баба конь. Да ей все нипочем. Счет 3-0. Двигаемся дальше. Почему 3-0? 2-0. Первый какая разница? Господи, ну какое это имеет значение в масштабах того, что мы все сидим дома, черт возьми. Упражнение на мобильность. Не уверена, что сама всего сделаю. Но пару раз у меня получалось. У меня кроссовок на кроссовке кроссовок. Кроссовок. Сейчас, подожди, сниму крупно. Ребят, на кроссовке кроссовок, ребят. Все видят? Поехали. На спине моя нога поднята. Мне нужно перекрутить. Это сложно объяснять, нужно просто смотреть, мне кажется. Я должна перевернуться на живот, но уронить кроссовок. Угу. Но вид неплохой, Вань. Отлично. После этого мне нужно вернуться на спину. Для этого мне нужно перекинуть. Ногу. Ебать! Я, конечно, знаю. Ребят, просто делаем сейчас у себя дома и пишем комменты, снимаем свои попытки, скидываем, вообще вльем в интернет хэштегом «бомба». Я понимаю, что вообще это видео не особо кайфовое для тебя, но ты должен попробовать ради меня. Давай сюда тапки, братан. Давай тапки, брат. Пацаны, специально для всех, кто сидит дома, Мишаня, и воспользуется тапками, потому что у вас тоже наверняка есть такие тапки. Да, да. У кого есть такие тапки, ребят, ставьте лайк. Братанчик, давай, держись. Тапка мысли. Так, сейчас у нас тут, да? Живот. Красавица. Круто. Вот, так, ну, бля, Миша, молодец. Мишаня, не сломай тазобедренный, Миш. Получилось! У него получилось! Финальное задание от Михаила Прыгунова. Для Ванечки и для всех наших телезрителей, брат. Итак, третье финальное задание от меня. Присед оверхед с человеком над головой. С человечком, я бы сказал. Вот так руки надо сделать. Ноги скрести. Ааа, красава, давай еще два раза! Ааа, красава, смешание, давай! И бросаем! Брат, брат! Ты за жопу помацал ее, брат. А теперь давай ты со мной. Я могу только вот так взять. Мишу? На ручки, да. Отвечаешь? Да. Как ты думаешь, сколько я вешу? Ну, сам тупи с ногой. Блин. На этом мы с вами прощаемся, друзья. Кайфуйте, тренируйтесь дома, веселитесь, делайте прикольные упражнения, заходите на наш сайт и смотрите наши стримы, тренируйтесь вместе с нами. Оставайтесь дома, будьте здоровы, пока!